Так, мои хорошие, пришла с магазина. Сейчас кастрюлю отодвину здесь. Ну, с садика пришла, не с магазина, а с садика. Неправильно выразилась. Ну, извините, пожалуйста. Короче, что купила? Распаковка чек. Сгущенку. И еще одна сгущенка. Молоко. 2 литра взяла. Марина, подожди. Мариша, варежки свои убирай. Где она? Разных взяли конфеток дома, чтобы были. Дома все конфеты закончились. Хлеб. Еще один хлеб. Крекер детка взяла. И у меня пришел еще один заказ. У нас уже такое когда-то было. Ну-ка, не брякайте, Ваня! Ну, часть деталек растерялась, часть деталек просто поломали. Поэтому заказала. Это хорошо для мелкой моторики и для всего такого. Короче, сейчас покажу, что просто заказала. Ваня, когда-то уже была такая игра. Та-дам! Вот такие вот штучки. И что интересно, здесь с буковками, видите? Хорошая игра, мне нравится. Поэтому вот я заказала опять ее. Тут 100 штучек должно быть в этой штучке. И вот такая игра. Все, все распаковочки. Всем спасибо, кто подписался на наш канал. Оставайтесь с нами, подписывайтесь еще. Будем снимать мини-ролики, выпускать и на Яндекс.Дзене, и в Инстаграме, и на Ютубе. Поэтому все ссылочки всегда будут в описании. Проходите, подписывайтесь. Всем хорошего дня. Машенька, привет, скажи. Привет. Купила я, ребятки, кукурузную кашу. Добавила масло 2 кусочка. Все, вот второй плавится. Короче, по пачке масла сюда положила. Пусть плавится. Пошла я, ребятишек, кормить. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Короче, ребята, что делаю? Рассказываю. Я никуда от вас не ушла. YouTube я пока забрасывать не буду. Очень многие мне пишут насчет этого вопроса. Нет, на всякий случай создала Дзен и телеграм-канал. Если кто захочет дальше со мной общаться, то пожалуйста. Если вдруг YouTube закроет, то пожалуйста, можете там. В Инстаграме также я есть и в ТикТоке. Но сейчас говорят, ТикТок якобы нельзя выпускать. С Инстаграма. Ну, не знаю. Посмотрю потом, пока мне некогда. В целом, чем занимаюсь? Так, первое покажу. Рассада моя стоит все еще. Здесь я сварила ножки свиные. Пятачок, ножки, язык. Такой вот. Хочу на мясо разделать и вареное мясо потом в морозилку брать. Когда надо будет куда-то по-быстрому раз приготовить. Видите, вот здесь уже начала нарезать. Вот, видите, без косточек, костей отбираю и все, и нарезаю. Так что вот такие вот дела. Ладно, продолжаем жить дальше. Мы не унываем, мы только радуемся жизни. Всем добрый день. У нас день уже. Я пошла в магазин хлеб купить, да молоко, да так посмотреть кое-какие подарочки своим девчонкам. Хотя бы небольшие, но подарочки. Так. И хочу сегодня коржи попробовать испечь для торта. Мне надо еще сгущенку купить, и что, завтра торт сделаем. Ну, сегодня сделаем, на ночь постоит, а завтра будет готов. Тайсон со всеми здоров. Вот вчера Тайсону очень много мяса перепало, костей. Ты съел? А? Все, съел. У нас просто мясо лежало на улице. А чужая собака зашла, пакет сорвала и погрызла. Мы у него эту собаку выгнали, а что, оно все уже покоцано, и мы Тайсону все отдали. Обидно, конечно. Ну, что теперь? У нас морозит, кстати. Сегодня минус 23 ночью было, сейчас минус 13. Обещаются до минус 32. Вот такие вот дела. Сегодня посильнее на печку затопить, чтобы дома тепло было. Да что ты говоришь? Ой, снег вкусный, да, Тайсон? Воду, потому что прокинул, опять снег ест. Ух, чудо в перышку. Ладно, шагаем в магазин за покупками. Так, ребятки, сходила в магазин. Что взяла? Муж попросил семечек. Взяла пакетик семечек ему. Дальше. Молочка взяла. Взяла сгущенную вареную сгущенку. Все, заговариваюсь. Для чего? Сегодня хочу вечером сделать коржи.
на ночь поставить, торт, короче, сделать, а завтра будем торт кушать. Завтра же праздник, 8 марта. Все. Дальше взяла хлеб, 2 черного, 1 белого. И взяла творожки. А, еще вот такую вот стружку кокосовую взяла, цветную. И творог взяла. Хочу сегодня сделать блинчики с творогом. Сейчас тесто наведем с вами, будем стряпать блинчики. Дорогие друзья, у нас время вечер. Сегодня ничего не снимаю, потому что у нас гости в баню неожиданно нагрянули. В целом, что делаю? Иногда целый тазик теста, жарю блинчики. Ну, только начала жарить блинчики. Будем блины кушать со сгущенкой. А у меня опухла щека, видите? И из-за этого очень сильно болит голова. Даже видно. Видите? Что такое? Вроде ничего не болит. А она опухла. Короче, дурдом. Ладно, жарю блинчики. Всем хорошего вечера. Дорогие друзья, я продолжаю жарить блинчики. У меня тут еще вот столько вот теста. Здесь один блин. Здесь творожная масса. Сейчас постараюсь показать. Вот такая вот. И я делаю блинчики с творожной массой. Видите, фарширую их. Ребятки уже съели, кто по одному, кто по два. Но вот сейчас еще буду делать. И вот. Делаем, готовим. Ильюша, как тебе блинчики? Вкусно? Так бери третий сразу уже. Я все равно буду всем по три делать. Ладно, продолжаем жарить. Дорогие друзья, у нас сегодня 8 марта. Мы решили с детьми сделать попкорн. Помните, я заказывала? Вот уже дети подбегают, только успевают, хватают и убегают. Тазик не успевает наполняться. Хотела заснять полный тазик, у меня не получается. Так же, как и с блинами, не получалось заснять нормально. Короче, всем приятного аппетита, кто кушает. Дорогие мои, испекла я коржик. Вот такой вот получился уже шпажка. Видите, проверяла. Но вот все равно у меня получается почему-то дугой. Напишите, что я делаю не так. Потом получается все равно какой-то взъем здесь сверху. Ну ладно, это не проблема, фиг с ним. Сейчас даем полностью остыть. Потом только будем из формы вынимать и делать тортик. В честь 8 марта. Так, мои хорошие, сделала вот такой вот небольшой вот тортик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. И с праздником, дорогие женщины, с 8 марта вас. Дорогие друзья, у нас время вечер. Мы поели уже тортика. Вот так вот он в разрезе, видите, как бы вам так показать. Короче, тортик очень вкусный. Дети поели, довольные. И у меня радость. Мне сына старшего сделал подарок. Он мне позвонил, мама говорит, ты никуда не собираешься сегодня? Я говорю, нет, никуда не собираюсь. Тебе, говорит, сегодня привезут подарок. Я говорю, Ильюш, не надо было ничего. Он говорит, мам, тебе, говорит, какая разница? Привезут, привезут. Ну ладно. Сидим. Я сидела, села вышивать. Да. Ну все, иди пока, подожди. Я сидела, вышивала еще одного утю для ребятишек. Они, кстати, этими утями классно играют. И та-дам! Мне привезли букетик хризантем. Вот такая вот красота. Сыночка, спасибо тебе огромное. Очень приятно. Дожила мама до того возраста, когда детям маме, маму радует. Маме дарят подарки. Очень классные хризантемки. Так как приятно пахнет. Знаете, как приятно получать подарки? Особенно цветы от своих детей. Это первый мой букет от моих детей. Очень приятно. Ладно, сейчас в целом чем собираемся заниматься. Попкорн, кстати, почти весь доели. Тут уже все остатки прям можно вываливать. Сейчас собираемся в баню. У меня уже Катя помыла. Сейчас Света ушла мыться. И я пойду маленьких сейчас мыть. И все. И готовить одежду на завтра. Завтра в садик. Школа первая смена. Я уеду на учебу. И потом у меня Катюша отправит Оксану. В нужное время в школу отведет ее на остановку. И она уедет. Все.
По сути, все будем на учебе, в училище. У нас, кстати, морозы под тридцатник аж подбивают морозы. Короче, дурдом полнейший. Холодно на улице ужасно сильно. Я знаю, что вы сейчас спросите: Настя, а что ты девочкам подарила? Да ничего. Нет, я подарила им подарки, ничего сейчас, а то сейчас скажешь, вот мамаша опять ничего не подарила. Нет, я подарила, ну вот блокнот, кому блокнот, блокнотики я всем подарила. По ручке всем подарила, старшим девочкам по тетрадке, маленьким это Марине с Оксаной по раскраске. Также это нужная вещь у них, крем для рук, потому что это у них постоянно заканчивается. Кате крем для рук я подарила, остальным бальзамы для губ, потому что это у них самое нужное. И наклеечки, да, Марина? Можно? Нет. И наклеечки плюс еще подарила. Так что вот такие вот подарочки. Плюс испекли мы торт, мы делали попкорн, мы чай пили. Короче, день удался. А, еще по шоколадке. У каждого было по шоколадочке еще, да. Я ничего не стала это снимать, потому что, ну, не считаю нужным. Девочки вроде довольны. Так что, а я так вообще, я сильно довольна. Фотографии, кстати, вставлю в конце или где. Сразу, когда мне принесли, я его распаковала и сфоткалась. Спасибо огромное. Очень приятно. Ладно, дорогие друзья, вот такое вот было у меня сегодня видео. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Мы никуда не уходим, мы остаемся здесь, продолжаем. Да, не будет зарплаты, ну а что теперь? Как жили, так и будем жить. Да, не расстраиваемся. Живем дальше. Надеемся, что куда-нибудь на работу может когда-нибудь устроить. Куда-нибудь. Но не устроить, значит, будем как-то по-другому выживать. Ладно, всем хорошего дня и с праздником, дорогие женщины, еще раз.